Химках прошла 17-я конференция местного отделения партии «Единая Россия». Участие приняли около сотни делегатов, в том числе депутат Государственной Думы Ирина Роднина и депутат Московской областной Думы Александр Смирнов. С отчетным докладом выступил секретарь местного отделения партии и глава городского округа Дмитрий Волошин. В прениях выступил региональный координатор партийного проекта «Единая страна. Доступная среда» Михаил Диктованный. Обсудили партийцы и программы, которые реализуются в городском округе. Если говорить о таких программах, наверное, которые выполняются в самом городе, есть партийные, есть программы Московской области и есть программы, которые в самом городе. И, наверное, вот четкое исполнение этих программ должны в первую очередь не мы оценить, а жители. Да, это и школы, это новые поликлиники, это остановки, это парки, это междворовое пространство. Партийцы избрали делегатов на 23-ю конференцию Московского областного регионального отделения партии, которая пройдет 8 ноября в Одинцово. Также на конференции была проведена ротация состава местного отделения партии. В соответствии с новыми требованиями устава партии местный политический совет подлежит ротации один раз в год на 10%. По решению МПС предлагается вывести из состава местного политсовета двух человек по их собственному желанию – Данилова Максима Михайловича и Левашова Михаила Георгиевича. Новыми участниками партии стали Елена Дегтева, Ольга Бойко и Татьяна Ковторева. На конференции им были вручены партийные билеты.